Более века существует любительский футбол в России, но до сих пор не стал меньше интерес к этой популярной игре. И какими бы путями ни прошли спортсмены к этой игре, все они не могут без футбола жить. И это самое главное. Команды, которые принимают участие в чемпионате Славянского района по футболу среди любительских команд памяти Александра Кладя, отличаются друг от друга уровнем подготовки спортсменов и масштабностью достижений. Но есть у них одно общее – они занимаются любимой игрой и делают это с увлечением. Любительский футбол самый честный, здесь нет материальных интересов. Футболисты играют только ради самой игры. На футбольном поле спортшколы «Виктория» встречались команда прибрежного сельского поселения «Урожай» с городской «Славянск-Эко». Команда горожан из молодых, но все же она настроена бороться за победу, показать хорошую игру. Спортсмены упорно тренируются, стремясь добиться большего. Тренировки постоянные, то есть у нас практически состав не поменялся с того года, поэтому в этом году, конечно, более сыгранные ребята подходят к этому всему делу, да. Соответственно, хотим занять более высокое место, так скажем, чем в том году, улучшить результат. Для любительского футбола, прежде всего, это огромный плюс то, что ребята собираются, да, все там команды разные, вот у нас заводская команда, то есть мы любим футбол по-своему, так скажем, все собираются ребята, то есть заинтересованы, хотят добиться результата, амбиции, да, показать себя, так скажем, потому что все равно футбол объединяет. Урожай начал чемпионат не так удачно, как ему хотелось бы, и на эту игру футболисты возлагали особые надежды. Все заряжены на игру, конечно, будем биться до последнего. Я надеюсь, все получится. Основной костяк команды сыграны, игроки играют уже больше, наверное, 5 лет все вместе в одной команде. Вот. Молодежь приходит, новые ребята, но они вливаются уже в основной костяк. Вот. Так что они нам начинают помогать. Команды сполна проявили боевой дух и всерьез боролись за победу. С первых минут территориальное игровое преимущество было за спортсменами из «Урожая», и его еще нужно было удержать. Мастера кожаного мяча играли азартно, эмоционально, искренне радовались каждой атаке на ворота соперника. Удача улыбнулась футболистам «Урожая», которые победили «Славянск Эко» со счетом 2-1. Это позволило команде немного подняться в турнирной таблице. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».